Польские правоохранители выдвинули первое обвинение недобросовестному работодателю, который бросил на улицу украинку с инсультом. Он будет отвечать в суде за нелегальное трудоустройство женщины и ее сестры. Кроме этого, прокуратура Познани открыла дело по статье «Неоказание помощи». На фирме бизнесмена инспекторы труда уже начали проверку. Напомню, 14 февраля у киевлянки, которая нелегально работала в Польше, произошел инсульт. Работодатель вывез ее на автомобиле в соседний город и бросил на скамейке. Затем вызвал не скорую, а полицию, заявив, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. Полиция расследует это дело. Мужчину обвиняют в нелегальном трудоустройстве двух работниц. Он обязан был официально оформить их при приеме на работу. Уголовным кодексом предусматривается до 2 лет лишения свободы за такие действия.